Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Итоги выборов решили бюджеты партий, так считает предприниматель Алексей Кузьмин. В программе «Особое мнение» он размышлял о том, почему в Кировской области «Справедливая Россия» оказалась гораздо успешнее ЛДПР, хотя обе партии в межвыборный период были активными примерно одинаково. Бюджет «Справедливой России» был существенно на порядок выше, чем у ЛДПР. Всегда говорил о том, что любые выборы, любые кампании делают деньги. Как бы это плохо ни звучало, но тем не менее так и есть. Если партия или кандидаты способны саккумулировать вокруг себя финансовые потоки для избирательной кампании, ну, они и победят. В этой избирательной кампании «Единая Россия» очень мало подтянула из финансовых ресурсов, и это сказалось на результатах. На маленький бюджет агиткампании ссылается и в КПРФ. А Кузьмин еще одним подтверждением своей теории приводит опыт партии «Новые люди», которую возглавляет основатель «Фаберлик» Алексей Нечаев. Она преодолела 5% барьеры в Госдуму и в Кировское УЗС, начав активную деятельность лишь за несколько недель до голосования. Программа «Экономика». ТАСР в Белой Холунице приходит новый инвестор по работе с лесом. Появился новый резидент особой экономической зоны. Это компания ST Forest. Ее заявку одобрила специальная правительственная комиссия. Инвестпроект предполагает запуск производства профилированных пиломатериалов. Вложить планируется 5 миллионов рублей и создать 10 рабочих мест. Компания получит налоговые и страховые преференции, в том числе пониженные ставки по налогу на прибыль, обнуленные ставки по налогам на имущество и на землю. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Для небольшого бизнеса в России может появиться новый налоговый режим. Налоговая служба сейчас изучает, готовы ли предприниматели платить больше в обмен на сокращенную загрузку бухгалтерии и освобождение от страховых взносов. Это может коснуться тех, кто платит УСН доходы, рассказывает руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук. У вас есть сотрудники, но вам не требуется подавать никакую отчетность, никаких проверок, получается, тогда со стороны налоговых органов. НДФЛ удерживает банк, только будет повышенная ставка предварительно на 4% по налогу со всей той выручки, что у вас заходит на ваш расчетный счет либо в кассу. По сути дела, у вас останется по-прежнему обязанность по ведению кадрового учета, по начислению самой заработной платы и со всем, что связано с сотрудниками, охрана, труда, спецоценка и прочее. То есть полностью отказаться от бухгалтерии все равно не получится. Специалисты компании «Бухгалтер Я» в курсе всех изменений законодательства, вступивших в силу и еще только готовящихся. Если вам нужен тот, кто посчитает ваши налоги, подготовит документы, проконтролирует соблюдение сроков или грамотно ответит налоговикам на запросы, заходите на бухгалтер043.ру или звоните 213-112. Экономика. Ну а в завершение о валютах. На сегодня доллар стоит 73 рубля 21 копейку, официальный евро 85.86. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.